Здравствуйте, бояре. Это Guts of Boom, прокачка по уму. Меня зовут Берг, и я рад приветствовать всех вас на своем канале. Ты только что создал аккаунт в Guts of Boom и вообще не понимаешь, что покупать, что прокачивать и куда тут вообще тапнуть, чтобы попасть в бой. Если это про тебя, то ты попал по адресу, мой друг. В своем новом проекте я покажу тебе, как прокачиваться с самого начала, при этом затратив минимальное количество денег или не затратив их вообще. Все зависит только от тебя. Ну а если ты old fuck игры, то думаю, все равно что-нибудь интересное ты в моих видео найдешь. К тому же сейчас на русскоязычном сегменте YouTube, дефицит нормальных ютуберов, которые делают, качественный контент. Кроме каратиста, я не могу не назвать никого. Собственно, в чем заключается смысл моего проекта? Каждый день я буду проводить ровно 3 боя. Почему именно 3, я объясню чуть позже. Будем прокачивать левел и выполнять ежедневные задания. К концу проекта я ставлю перед собой цель взять 22 уровень и при этом не апнуть первое золото. Как показывает практика, это вполне возможно. Надеюсь, у меня все получится. Ну что ж, давайте поменьше разглагольствований и пойдем в бой. И продолжим разглагольствовать уже там. Прогрузился бой. У нас карта фермы. Из оружия я забыл сказать, что у меня есть. Это все самое стандартное. И разрушитель, который я взял в аренду. Получай, 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 чувак, и ты. Вообще, поначалу играть очень легко, но находятся очень хитрые парни, которые начинают играть заново и донатят на хорошие пушки. Получай, получай, получай. Ой, ну конечно, конечно, меня убили. Вот только начал записывать видео, и такая фигня. Отстой. Давайте дальше. Вообще, хочу поменьше умирать, чтобы КД держать на должном уровне, чтобы меня не считали нубом. Ну и вейл сливать я не собираюсь. Видел чувака, который имел вейл 20%, при этом апнул 22 левел. Он специально сливал бои, чтобы апать левел и не апать лигу. По-моему, это очень глупо, но кто мы такие, чтобы судить его? Получай, чувак. Triple four at once. Что-то изи. Просто изи. Давай, чувак, выходи, выходи, выходи. Ты же там. Давай. Давай, 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 давай. Сюда, сюда. О, аккуратнее, аккуратнее, аккуратнее. Ну давай, чувак, вылазь. Чего ты боишься? Получай. Да ну, куда же ты? Пролагал парень, пролагал. Нормально, нормально, нормально. Не-не-не-не-не. Ух, как по мне Грена не попала, я не понимаю. Ну где ты, чувак, чего ты прячешься? Выходи. Аккуратно, 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 аккуратно. Опасный момент. Блин. Опять... Лили 00. Я взял ее на заметку. Погнали, погнали. Патроны восстановились. Теперь есть еще пострелять. Получай, чувак. И ты уже не... Ой, украли фраг, украли. Осуждаю, осуждаю воровство. Осуждаю. Получай. Ай, куда же ты торопишься? Подожди. Есть. Минус. Давай, 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 быстрее, быстрее. Еще минус один. Elimination streak. Получай. Да ну как же ассист? Ну это же мой фраг был. Ух, это месть. Это была месть. Ну это почти победа. Аккуратно, 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 аккуратно. Так, хорошо. Хорошо.
Ух, да, unstoppable. Последний фраг. Есть. Это победа. Это победа. Easy win. Собственно, я до этого уже сыграл две катки. Я их не записывал, но могу сказать то, что я там победил, конечно же. Так, и теперь самое важное. Почему я провожу всего лишь три боя в день? Вот поэтому я и играю всего лишь три боя в день, чтобы после боя мне выпала реклама, и я удвоил количество опыта и ганбаксов, которые мне причитаются вдвое. Ну как-то так, чуваки, если вам понравилось видео, обязательно нажмите лайк, а если не понравилось, дизлайк, чтобы я понимал, заходят такие форматы летсплея, или лучше мне и дальше пилить фрагмови и всякие обзоры и гайды. Ну что ж, на этом будем заканчивать. Всех благодарю за просмотр. Всем пока.